Вот мы сегодня, у нас что получается, 25 очевидно, июня 2013 года. Находимся возле Севастополя, отдохнули. Вот тут показано, видимо, была здесь бойница, ДОТ, окопы. Это вся территория крови полита. А это корабль, видимо, баражирует здесь, охраняет территорию, показывает, что земля под защитой, так можно понимать. Ну вот если это было бы в Германии или где-то, тут разговора нет, нигде не подойди, все чисто, да, тут захламлено, но мы могли ночевать. Сейчас даже костер можем приготовить, пищу, поэтому даже вот эта зализанность, все хорошее, оно как будто для картинки, не для человека. А у нас так, человек живет в этой природе, еще они дольше нас живут, что ли. Куда надо, пойди. Если по-хорошему люди соблюдали бы чистоту, то и не было бы этой беды. Ты взял лопатку, зарыл ни одной бутылки, а так целые шины бросают, все тут захламлено. Но все равно это для человека лучше, чем просто зарешеченное. Нигде не подойди, нигде не подойди. Ой, утки там летят, это все надо показать. Пойдем ближе к берегу.